И всем привет, дорогие друзья, с вами Мистик и Логер. Ты где? Здравствуйте! Чому ты зник, как портки с плоту? Здорово! Здрасте! А, не сейчас нужно было начинать. Слушай, нет, не сейчас. Ладно, ты научился летать? Нет, ни хрена, она не работает. Может быть, я слишком тяжелый для этой штуки? Может быть, ты слишком тупой для этой штуки? Возможно, но не работает же, я же тебе говорю. Бум-бум-бум. Самое важное, что работает у меня. Ребятки, ну как вы могли понять, мы нашли для вас новые локации. Там какой-то звездюлец происходит. Возможно, мы сейчас там отхватим звездюлей. Сильно. Вполне вероятно. Мы сюда сначала пойдем или наверх туда? Кстати, понятно, ты уже внутри. Да там стреляют. Огнестрел у них, слышишь? Огнестрел запрещен у нас. Братан, тут еще и очень страшные паучки. Я, короче, внутрь уже зашел. Ёпта, нихрена себе Рэмбо. А ты спаунер можешь сломать, пожалуйста? Спасибо, не надо. Да, я сломал спаунер. Ебой. Я-то видел твою рожу. Хорошо, что они все на тебя идут. А, нет, не только на тебя. Слушай, мне кажется, такими темпами у меня скоро арахнофобия закончится. Стоп. Или начнется. Я просто не в курсе, нет, что стоп, у тебя там она есть. У тебя уже была. Братан, бьют. Ой, я тебя свет, бью, извини. Свет, факел, тычка. Свет. Да, долбеление. Господь. Спаунера. Господь, и... Долблю. Яр, помоги мне что-нибудь сделать. Не, братан, сделать. Я долбить не буду. Не, ну пожалуйста, ну чуть-чуть, ну с ними. Не. Я с наркоманами не общаюсь, до свидания. По-моему, это что-то такое. Стоп! Нет, пауки, братан, тут их что-то слишком дохрена. Мы зашли в какой-то, может, это толчок этих пауков. Я не понимаю, висит. Почему это типа заброшенная башня, но... Это заброшенная башня пауков. Они здесь паучат. Сачок есть, ломайте ему ули, чтобы это был сачок. Что? Заброшенная башня пауков? Они здесь паучат? Ну а что еще пауки делают? Если я не знаю, но, по-моему, точно не получат. Братан, пол хп, братан, пол дефаю, хп. Дефаю. Сколько их так много, глянь, они толпой на меня идут. Задефал. Братан, я твою левую ногу ем. Не надо мы... Мяться коровы. Ты в прошлый раз ее облизывал, мне понравилось. Ну, а в этот раз я ее кушал. Бери сачок. Я взял сачок. О, братан, будешь пить? Ты куда пошел? Я туда пошел, а ты куда пошел? А чё так темно? Можно, пожалуйста, света? Спасибо. У меня нету света. А, стой, свет. Сам свет. Поставил, сам тебя поблагодарил. Тихо, какой тихо, классный. Братан, тут, короче, маленькие зомби. Маленькие зомби. Так они и маленькие, дай им по голове, они сложатся в три стопки. Да даю по голове, ёпта, они меня сами дают по голове. Братан, я выжил, короче, если тебя интересовало... Да, очень интересовало. У меня всё в порядке. Меня больше интересует, почему мой меч не ломается. Это ж хорошо. Это о, да. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, как вы поживаете? Они о, лучше тут тебя. Еще много зомби. У них был сачок, а у тебя не было. Вот и все. Слушай, а это... А какая марка сачка у них? Братан, мне, короче, жопень, наверное. Я застрял в паутине, и меня бьют зомбаки. А, не, слушай, я выжил. Это какая-то чудесная херня. Зомби падают с небес, я... Братан, молодец. Ёпта, я вообще в охрене. Я в шоке, как я здесь выживаю, я не знаю. Тебя добить? Мне кажется... Нет, не надо тебя задонать? Нет, я супер шикарный человек, который выжил. О, слушай, у меня патроны есть для пистолета. Нужны? А где пистолет? У тебя сам пистолет есть? А-а-а. Яр! Братан. Яр! Прям братан. Сильно помощь! Братан! Сильно? Я понимаю, что тебе сильно помощь нужна, но я сижу на ступеньке. Я в курсе, что здесь можно сидеть на ступеньке, а слезь! Слезь со ступенек, задницу простудишь! О. Ты-то был в курсе, что можно слезть со ступенек, а я не знал, ой, что можно на них сесть, а я не знал, что можно с них слезть. Я в них сел и такой, смотрю, у меня пропала еда. Я такой думаю, чё? Я короче, ел просто картошку, после того, как ел картошку, я присел. Опа. Пришел я, баскелет. Я, забрал обратно в замок. И дал тебе звездилятора. Нет. Ты вот почему... Был... А, чё, залагало? Что залагало? Ничего не залагало. Ай, залагало. Или не залагало? Не знаю, но... Мы с тобой практически до конца дошли, до верху, но тут что-то до сих пор, ну как бы, я тебе хочу сказать, что ну не особо много положительного. Не, ну почему? Я сачок нашел, я все еще... Печка, я... Да ну ломайся, печка! Говорит, херня! Печка, смотри, у тебя дома не было печки, ты можешь взять печку. Мне не нужна печка. Почему? О, кстати, печка. У тебя же дома её не было. Да, я знаю. А еще у меня дома не было гнилой плоти, поэтому я тоже делал. Привет, я сяду рядом. А как? Стоп! Не понял? Что? На правую алло. Кнопку мыши. Ну, я... Фу! Ты что, дурак, что ли? Фу! Я пошел развлекаться. А че на ступеньках развлекать? Не посидел на дорожку, паучки, а? Паучки,
иду развлекаться. Паучки, я иду развлекаться. Паучки. Я... Нужно... Ломать! Спать! У тебя такой большой мечина, что я прям завидую. Я бы, да. Я бы с таким мечом повоевал. Я его долго выращивал. Отращивал или выращивал? Это заслуженно. Я выращивал на гряд. Бабушка засадила картошку, а я такой говорю, ба, какая картошка нахрен? Видишь, какой у меня меч маленький? Дай жареная его... картошка, картошка жареная должна быть. Нет. Почему просто нет? Нет. У нас в Беларуси, у нас Беларуси выращивают сразу мощь. Жареную картошку, если ты не знал. Ну так, тогда хорошо, тогда нужно к вам съездить, что ты меня давно зовешь, а я сейчас как-то не иду, не иду. О, фух, сломал, братан, я короче пошел. Ой, как я мансанул. Я буду пытаться, короче, проще подниматься и не убивать их. Плохая идея, я понял. Очень плохая идея. Очень-очень плохая музыка. Почему не тупешка с первого раза? Меня первый раз убило. А, ага, ага, привет. Меня убило твоей тупостью, Яр. Так что... Моя тупость не такая острая. Как может быть тупость острая? Она же тупая. Большой тупой предмет. Ты что, не в курсе? Дебил. А, ну, отойдите, дебилы, нахуй. Я думаю, что я умирать начал. У меня шлем сломался, Яр. У меня сломался шлем. Я возьму камеру вот этот. Лучше бы это... Не важно, что сломалось. У тебя нет хаммера, он слишком много кушает, и на него налог большой. Не, у меня есть меч, который, короче, точнее, не этот, не меч, а хаммер, который 10 урона, 0,9 атаки в секунду. На, по голове! Арбузик. Дебилы. Ладно, я, мне кажется, я тоже становлюсь, да? Да! Ой, я нашел шлем, которого мне не хватало. Ты тоже можешь здесь шлем, кстати. Раз да, у меня вся броня практически закончилась. Братан, мне больше не нравится по этим штукам ходить. Здесь нас избивают и ничего не дают. Ну как нас? Тебя избивают? Я-то, типа, в принципе, окей. Я без брони, потому что... У тебя алмазные штанишки, ты вообще симпотный. Ты и все, нет, симпотный это я понятное дело. Я давно в курсе, что я симпотный. Но есть давай попробуем скелетов призвать. Стой, погоди, здесь еще был... Ты забрал щит? Нет. Там был щит? Да. Щит или щит? Оу, щит, мэн, это... Одно из двух, я точно не помню, я потому что уже не вижу этот предмет. А может быть он повыше? О, нет, здесь повыше, короче, это... Стоят... Погоди, иди сюда, посмотри на этого мини-зомби. Нет, он просто стоит, короче, смотрит куда-то вдаль. А ты чё шлем не взял, дурак? А, все, они начали меня бить. Я взял шлем. Так там ж был шлем, а он остался. А у тебя, кстати, посмотри, я у тебя хожу или сижу? Потому что у себя я, когда нажимаю на Е, я сижу. Ты у меня в позе какающей утки. Ну так вот, наверное, это что-то другое. Почему эта штука бахает каждый раз, когда я на нее тыкаю? Яр, не ломай ее! Фу! Почему? Фу, я сказал! У тебя даже не алмазная кирка, фу! Яр, сломаешь, эта штука важная. Я жопой чувствую. А, так ты еще не знаешь. У тебя есть верстак? Я сделал себе алмазную кирку. Верстак? Да. Верстак и палка. Ну, мне выпал золотая руда. А мог выпасть верстак. Палки есть, но вот... Тогда нам ничего не остается, кроме как просто постоять здесь на месте и ничего не делать. Давай. Я могу сделать облачные ботинки. Держите шип, если просмотрите описание. Те, кто ступает к ангелам, как говорят пророки, не могут делать ничего плохого. И прыжок становится прыжком, быстрая ходьба нарушает скорость звука, никакие падения не могут остановить избранных. И с этими ботинками это включает вас. Чё? Чё тебе надо? Не-не-не-не. Ну ты тварь. Зачем ты так делаешь? Ох, нихрена они мощные! Ох, ну я передумал! А, так погоди, это получается мы уже возле вот этого замка, который на... Да. Я сейчас добуду дерево. Только не падай! Ты не упал? Пожалуйста. Я не вижу надписи в чате, но, пожалуйста, ты не упал. Не, братан, я за тебя, привет. Зачем ты дерево ломаешь? Верстак тебе делаю, дубина! Зачем мне верстак? Ты же сказал, зробишь алмазный меч. Не меч, а кирку. Зачем мне алмазная кирка? Ты же сказал, что мы добудем ту штуку. Вдруг она важна. Зачем эта штука? Я не знаю. Давай ее сломаем, нажмем на У и узнаем. Пошли. Пошли. Ты пойдешь со мной? Да. Куда идем мы с Ярочком?
Стоп, а погоди, а почему ты не наверху там? Потому что я умер внизу, понимаешь? Я умер от того, что столкнулся с землей. Ну, так у тебя же есть предыдущая точка смерти. А предыдущая точка смерти у меня внутри башни, а я уже внутри башни. Видал, как я все... Так она же наверху. А это нет, я наверху не тоже, умирал. Погоди, почему я только тебе это говорю, если у меня тоже есть точка смерти? Почему так наверху? Я ж наверху не умирал, алло. Алло, алло! Я ж профессиональный гей. О, щит, я нашел твой щит, слышишь? Он здесь лежит. Ты не хочешь потрогать свой щит? Нет. А я потрогаю. Иди сюда. Я потрогал щит. Мне понравилось. Слушай, а я думал, это будет суицид. Я тоже. Почему именно здесь оказалась вот эта платформа? Я ее даже не видел, понимаешь? Я не ожидал, я упаду. Именно в том месте она стояла так чётко. А я думал, это суицид. Как в фильмах, короче, прыгают. Смотри. Слушай, это было прикольно, я не ожидал. Знаешь, в чем вся разница? Что я могу вернуться. Будешь выёживаться, я тебя буду бить. Давай делай вот эту штуковину, слышишь? Палки дай мне. Я тебе кинул палки. Ты в меня, надеюсь, кинул? Ты дурак. Я кинул тебе палку, слышишь? Будь благодарен. Хорошо. Сказал бы я, если б не было так плохо. Оно ломается точно так же, как и железный, братан. Думаешь? Да. Мы такие тупые. Да-д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 а. Я ты его сломаешь. Жопу чувствую. Да-д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 а. Что из него робится? Что робится? Что робится? Что робится? Алерт, из него делается кабельный фасад. Ты что, электрик, что ли? Да. Смотри, очень-очень интересная штука. Она нам очень сильно пригодится. Нет, в скобках. Мы так очень вон, из нее делается покрашенный булыжник, покрашенная каменная плита. Отлично. И все. Короче, эта штука, чтобы покрасить любой предмет. Вообще любой. Давай покрасим что-нибудь. Ты чё? Я не могу ставить блоки. Чешуйницы! Они разъедают замок! Ты че? Ты чешуйница это та самая. Мне нравится, замке мне нравится больше в этом замке. Я останусь в этом замке. Можно, пожалуйста, я останусь в этом замке? Или нет, замок? Подожди, сейчас мы покрасим что-нибудь. Что мы покрасим? Давай попробуем покрасить яблоко. Нет, яблоко не работает, ладно. А, это, по-моему, печка какой-то красится. Да, в покрасочном механизме, Яр, нужен покрасочный механизм, покрасочная камера нужна, слышь, тачки, будем зарабатывать, красить тачки. Мне очень понравилась твоя идея, поэтому давай-ка ты теперь упадешь. Нет, я хочу! Я стой. Ни разу не видел, как пища так падает. Стой, секундочку, ты должен повторить это. Давай. Стой, я стою на краю, давай. А, ты, ну давай. Ну это неинтересно. Я все равно разгренолобился вообще в хламину. Ладно, неважно, полетели. Давайте там это. Эта штука. Чё за хрень? Что случилось? Куда я полетел? Чё за срань? Ты видел, где я полетел? Нет, я, короче, хотел кинуть этот крюк туда, на ту сторону, а в итоге ты стал передо мной, и я в тебя крюком ударил, ты куда-то улетел, но я не видел даже куда. Я улетел в такие вообще задупишки, чувак! Хорошо, что я в водичку вообще приземлился. Ни хрена ты где! Что за срань? Куда я по... Верните! Ай, мне нравится эта штука! Охренеть! А чё оно толкается, слышишь? Я тебе сейчас жизнь сломаю, толкну! Я не понимаю, как это работает. Почему я не могу плыть нормально по воде? Не знаю, но не трогай меня этой штукой. Хорошо. Или трогай в обратном направлении. Ну чё ты меня так не можешь? А ты? Вот это срань, чувак! Вот это срань! Давай поменяемся, попробуем. Ну-ка, на, кинь меня так. Вон. Подожди, сейчас. Ну, мне... Ой, у тебя да, какая-то багнутая херня, ты не притягиваешься, ты отталкиваешь. А может быть, оно как-то переставляется, типа. Да я не... Shift для просмотра описания, и все. Я вон свинку могу притянуть. Охренеть просто.
Забери меня с собой! Ну, в смысле... Сюда, давай, сейчас ты это пошли. Давай, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Забери меня, давай, давай. Ты не попал своим ядрышком. Блин, опять. О! Куда ты дальше? Чувак! На свою эту фигню, дай мне ту. Она притягивает. Лучше работает! Падла! Мне нравится. Хай. Веселиться с тобой. Стоп! А, нормально, ты тупаешь. Пошли на замок. Стой, подожди, бля, сиди. А из-за чего это реально может быть? Может быть, это из-за того, что у меня какие-нибудь ботиночки такие. Ну-ка, дай попробую теперь без ботинок. Или просто ты мистик. А, ну или так, это одно и то же. Слушай, ты мобов можешь так уталкивать. Давай ты всех мобов поотталкиваешь нахрен вообще из замка. Они, смотри, они так далеко не отталкиваются. Они только ко мне притягиваются, понял? Так это удобно. Пошли, 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 пошли наверх. А, чтобы я притягивал к себе, да? Да, да, да. Ты сейчас сверху всех подостаешь. Некроманта достанешь, мы ему снова в задницу запихаем сиденье. От велосипеда. Да, 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 да. Ему понравится, тебе понравится. Ты запихаешь сиденье себе, а потом запихаешь к себе некроманта. Все правильно понял. Как ты сегодня проснулся? Отлично. Да не такого состояния, как будто ты болеешь. Нет. Чаёк сегодня пил. Я не это спрашивал. Так я тоже проснулся. О! Я их, короче, вышвырнул, и тут, братан, работает херня. Так отлично. Яр, кстати, я нашел себе штанишки золотые, алмазные. Отлично, отлично. Алмазные золотые. А что за золотое перо? Спайк. О, облачные ботинки, Яр. Ну да. Это что я тебе говорил. Да, 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 только здесь три пера надо. У меня вот их две штуки. А, у меня есть, братан, у меня три штуки теперь, короче. А ты забрал? Ты все забрал, я понял. Хорошо, хорошо, хорошо. О, так все. Только для этого мне нужно этот верстак, который мы забрали. Так, а что за спайк глоу? А из двух пер можно сделать одно перо. Да? Круто. Звучит очень удобно. Дай-ка я эту штуку попробую потрогать. А ну-ка. Эй. Ой, братан, смотри, тут развлекаловка. Бум, бум. А, братан, херовая развлекаловка, вообще чуть не очень. Так, не хорошо. Понял. Я не понял, что эти крюки росомахи делают. На, поноси, потрогай себя за навредительство. А на этом мы закончим, Яр. Мы продолжим уже в следующей серии, потому что пора кончать. Спасибо всем огромное за просмотр. Это были Ратские приключения. Мы с вами будем продолжать следующую серию. Мы ждем на следующую серию. Приходите также ко мне на канал. Мой инстаграм. Всем удачи, до встречи. Пока. Кламеру. Да. Это любовь. Гейская любовь. Фу! Все, ребятки, всем пока. Пока.